По сведениям пресс-службы ГИБДД и роты ДПС, за прошедшую неделю на территории Белореченского района произошло два ДТП, в которых два человека получили ранения. За неделю сотрудниками ДПС зафиксировано 353 нарушения правил дорожного движения. Из них 26 грубых, за которые предусмотрено лишение прав на управление транспортными средствами. На дорогах района выявлено 13 водителей в состоянии алкогольного опьянения, 56 фактов превышения скорости, 23 нарушения правил дорожного движения пешеходами. Отмечено 10 фактов непредоставления преимущества пешеходам автотранспортом. 22 водителя нарушили правила перевозки детей в автомобилях. Было выявлено 17 нарушений водителями мототехники.